Тема по блуду выселил. Аэропорт. Ну, сука, всю тушенку сточил, блядь. Да, блядь, сука. Он готовится, я ничего не ем. Я уже знаю, я только попил Пепси и больше не ел. Пепси не надо. У меня уже еды. А, не, у меня еще одна банка. Тихо. Вот и где-то ходили. Где-то в гетто, нахуй. Ребят, у меня полный набор медика сейчас. В основном, в интерьер. Подстрелись? Еще два пакета крови в рюкзаке. Народ, а если мы полностью сектор загасим, тут есть поесть что-нибудь? Нет. Есть. Есть, ну, у них же столовая по-любому есть. Ну, блядь, они только у там сидят. У них нет, они боты, они бездушные. Скоты, которые после ублюдки, у зомби и то больше душ. Я вижу, они постоянно что-то жрут, блядь. Друг друга, людей, зефирку, блядь. Они хоть какие-то звуки сделают. Значит, только пыхтят, да фака порут. Сука, у меня баба один раз такая же была. Тоже только пыхтела, блядь. Бревно, блядь. И я на полном серьезе, я ее дизелем прозвал, нах, она только снизу и такой звук издавала. Хотя вроде симпотная такая, я так был удивлен. Бля, жирная что ли какая-то? Не, блядь, зеркало твое жирное, нахуй, она симпотная, она даже легкой атлетикой занималась. Я ей говорю, я удивился. А, так ясно все, блядь. Со стороны леса то, что синий чуть-чуть как бы химсвет не кажется подсвечивать. Идет один. Откуда? Ара. Сайра. Ара? С рынка что ли? Блять, с рынка ара идет. Не стреляй, наш. Ара идет. Сейчас что ты туда помнишь? Придет арбуза, бивать бить. Пизду нахуй, я не ем арбузы до августа. Я один раз пожрал, срал неделю, блять, так что жопа болела. Народ. Вот твоих ботов замочили, кому эти киллы повесили? Мне. Никому не. Ну не мне точно. Я не вижу вообще тебя. Блять, кто убил, тому повесили. Да вам что, ПКМ идет. Справа, лево. Понимаешь, что если кого-то в топе нету, то... Аэро, остальной самолет. Аэро приготовится. Дайте ему зайти только, блять. Он уже у самолета. Чш-чш. Все, ёп, еще 30 минут у нас есть. Че же, 30 минут осталось до рестарта? Нет, это 2 часа. Пока бот стоит. О, это кто заорал? Это бот. Это я. Знаешь, как уже рут, блять, вот так. Нет, вот сейчас был. Рут их бочку дерут, блять. Мы так-то первые сюда прилетели, какого хрена эти КВНовцы здесь? Может, мир с ними заключим? Идиот, что ли, блять, их гасить, сука, где так можно. Я не удивлюсь, они с макарами сюда приехали. Реально. Блять, у них больше оружия нету. Они там бронеборец с эмками, шанстов один говорит, нахуй, самый главный. Сейчас домов нет, и нахуй оружие. Пацаны там, если подфартить, найдут там двустволку. Сиди там нахуй, вон. Пацаны, таракан, блядь! Бля, ты идиот. Убил таракана, все. Зашел. Слег, стой! Да бля! Дайте мне подстрелять! Сука, куда ты, блядь, шмаляешь, дурак? Дайте взять, у меня патрон нету, эй, выстрел! У меня тоже нет патрон, не трогайте! Да вы пидорасы! Это мой! Можно вопрос, что вы с ботом? Идите нахер, мне для коллекции второй нужен! Не знаю, я лично с таракана стрелял! Смотрите, все жадные рвутся нахуй! Блюдки! Рвёт нахуй в атаку! Добытчик, давай нахуй! Давай добычу, бля. Я подожди, пока он крестом станет. Нормально, блядь. У них так. Аэропорт. Давай, прикрою тебя. Чё там идёт? А он откуда лежит? Аэропорт? Я прикрою тебя отсюда. Аэро, смотрите. Блядь, не слушай его, он хочет отжить. Он там лежит пока. Давай, блядь. Вертолёта? Я не могу у него ничего взять, блин. Давай я тебя убью, без тебя возьму. Болт, подвинься быстрее, тебе по ногам. Да так. Вот я могу с него взять, блядь, чё я хочу. Я подвинься, ты чё, издеваешься? Дайте я возьму, ты мой следующий забит. Спокойно, я же говорю, я там сидел, как-то убили. Вы чё все тут туда, слышу? Сейчас будет даблкил нахуй. У него Энфилд нахуй. Бля, это не он. Нет, это не он, это крест. Пацаны, вы чё гоните, вот могу залутать его. Дайте я залутаю. Короче, вот я могу, я сейчас по НВшку принесу, кому надо. Дай мне. Да блин, да. Мне, блядь. Вы чё там трое-то сидите, слышу? Смотрите, из портфеля берите кому надо, у меня по НВ. Дай мне, ко мне иди. Бля, сами идите ко мне.
Блять, ёбаные тараканы, я ничего не вижу. Ладно, я скоро. Кто уработал? Ох ты, урод! Ну, моя ПМ. Ты заебал. Еще же ПМ, да? ПМ, а мне, у меня 15 пуль осталось, блин. Лес, лес, готовьтесь. Как лес, блядь? Лес, уходите. Лес, уходите. Я ПКМ захватил кому-нибудь. Там ботов убили уже, народ. ПКМ, дай мне ПКМ. Мне, да блин, у меня нет патронов вообще. Бля, дай ему ПКМ. Пусть М-ку мой берет. Блять, ну у тебя дохуя обоим на М-ку, хотите с М-кой, ёбаный в рот. У кого пули кончается, ну, кто-то берет. Чё вы творите-то? Ладно, дай я М-ку возьму, как на. На, бери М-ку, блядь. Лес, к вам идет эстонский воин. Лес, эстонский воин, все, я с ПНВ сижу. Вот это вещь с ПНВ. Охуенно, у меня тоже вещь, я вижу кубики и елки. ПКМ кому? Да, не знаю, у кого там пули кончились. У меня не пули, у меня одна обойма, но я не могу с этим прицелом. Так иди сюда ко мне, бля. Я не могу с этой МК ходить, ты где? Переходи. Вот он я, вот, я тут. ПКМ, бля, че МК у меня засунь свою. МК не сувать? Да суй, похуй, не надо только тут его. Чем пасу? Я на урод. И теперь иди ПКМ и возьми магазины. Да, и иди, короче, на аэропорт умри. Все, лес. Не иди туда, я там. Да где, я не вижу. Стреляет, ну ёпта, сказали, лес, жадные, где, блядь, кого? Евреи. Я хотел патрон ему достать, еврей жадный, нахуй. Сейчас он сам достает. Иди ты сам достой, блядь. Тихо сидим, да вы куда поползли? Чувак с ПКМ, я тебя завалю сейчас. Я тоже. Сейчас он зайдет. Блять, он жопой таранит. Ну, сука, глупый, вот нахуй стрелять не может, блять. Бля, иди на другую сторону, он тебя не заденет. Беги прям. Беги, стопорит. Не бойся, если умрешь, пожалеем тебя и похороним. На месте. Может быть, да? Может, сломаем. Могилу разломаем, нахуй. Да? Нахуй. Короче, нужно в ночи действовать. У нас преимущество в ночи, потому что. Да какое? Меня, да. Вот, например, мое преимущество, я вижу черный квадрат. Даневича. Невъебовое преимущество, я могу по тараканам ебашить, кстати. Ух ты! Я гамму наполовину все поставил, я ПНВ убрал, вообще ни хрена не видно. Бля, кидаю гранат. Стрелок, по-моему, про нас с тобой забыли вообще нахрен. Короче, где-то он у вас, пацаны, я его больше не вижу. У меня только елки, вот, блядь, без пизды. А вон он ходит, сука. Два. А вон, да, идет тихонько. Ну, ребят, кто встал перед дулом, блин? Ну, блин, я сейчас шману тебя с ПКМом. Ты куда встал-то, блин? ЧМ-ка, бля, какой ПКМ, не выебывайся. Я встал с ПКМ, ты, чувак. Блядь, я ползу по лестнице, блин. Ползум. Это я за патроны, у меня. Ползум, нахуй. Я даже нахуй мушки свои не вижу, блядь. Руку видишь? Ты гамму-то хоть выкрути. Конечно, выкрутил. Я, блядь, смотри, в углу таракана. Гамму и самую верхнюю все выкрути. Блядь, сука, капитан, блядь. Ты не мой капитан моего отделения, случайно. У меня там такой же, блядь. А протоколы заполнил? Нет, блядь, жопу подтер. Не, на вдруг забыл. Бывает же. Если ее не выкрутить, то я бы вообще ничего не видел. Знаешь, все, я... лес, короче, у вас он уже. Да где, бля, лес? Ты уже говорит опять мне говоришь. Да пусть знает, он в Нарнии живет какой-то, блядь. Свой, он же, блядь, эстонец. Свой лев. У него там львы атакуют, блядь, какие-то. Лес. Лес, бля, джунгли, нахуй. Красная лента. У нас летом преимущество. Кто наверху с ПКМом сидит? Я. Пособолезный. Горизонт, ты опять? Чувак, я в ящиках. С беретом. Это кто? Убивай. Это не я. Бай. Бот, это бот. Где, блядь? В текстуру залез тебе по рукам сейчас как шмальнут. Нам бот пришел, брик. Блять, откуда шмонают? Это я сказал, принципом. Я ответный огонь поведу. С улицы леса? По мне, ты чё, придурок? Ответный огонь был. Нет, мне только что... Сука, добытчик разошелся. Ответный огонь. Мне только сказали, что мне по рукам нас стреляют. Я начал вылазить, и бот по рукам стрелять начал. Я добыча, нахуй. Я сказал. Что, вы сделали его, да? Я сколько раз вас спасаю? Ноль. Блядь, я достойно.